Возможность для творческого проявления и для спектаклей, для постановки спектаклей для детей. Сейчас, на мой взгляд, это здание выглядит так, как должно выглядеть. Мы рады, мы счастливы, мы благодарны. И мы должны были ремонтироваться 3 года, а в результате опережающего финансирования мы открылись через 2 года. Огромное спасибо. Спасибо, я думаю, что зрители Рязани также будут очень благодарны и признательны.